В этом году детский лагерь «Орленок» в Мирнинском районе откроет 55-й юбилейный сезон. Дети со всех уголков района смогут отдохнуть и приятно провести время на живописном берегу речки Малой Батообуи. Организаторы обещают, лето для «Орлят» будет незабываемым. О работе лагеря и насколько он популярен среди мирнинцев расскажет Иванна Филиппова. 900 детей со всего района. Столько ребят отдохнут этим летом в детском оздоровительном лагере «Орленок». Нынешний сезон юбилейный. 55 лет назад на берегу живописной речки Малой Батобии был поставлен палаточный городок. Что больше всего понравилось в лагере «Орленок»? Ну, сама обстановка, много детей, веселые, задорные вожатые, дискотеки, кружки у нас были различные. Мне мама предложила в тот лагерь пойти летом. Ну, думаю, что я больше друзей найду. Самое, что мне запомнилось, это вот последний день, королевская ночь. Все было очень трогательно, вожатые такие специализированные. То есть до сих пор в моей памяти остались. Ежегодно в лагере «Орленок» проходит практику студенты педагогических университетов. Более 20 молодых людей станут ответственными за всех юных отдыхающих. Для работников компании одна путевка обойдется в 13 970 рублей. А представители сторонних организаций смогут приобрести за 46 тысяч. Членам профсоюза, еще у нас профсоюз «Профалмаз» возмещает 5%. Поэтому это, в общем-то, в прошлом году порядка 2270 рублей возмещали. Все для детей. Увлекательные игры, конкурсы, соревнования и многое другое. Каждый будет задействован по интересам. Учтут и пожелания родителей. В этом году, конечно, для маленьких детей улучшим санитарные условия, вот именно по части туалетов уличных. Мы закупили вагончик, где полностью все обустроено, оборудовано. Каждый день, прожитый в Орленке, праздник. Под таким девизом больше полувека работает коллектив детского оздоровительного лагеря «Орленок». Мы ждем вас с нетерпением. И я вам обещаю, что воспитатели ваши любимые приедут обязательно. И мы непременно вас ждем 20 июня. Иванна Филиппова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».